Бен Дауэр, большое спасибо за донат. Понял. Ради интереса сразу проверяем. Да, та же хуйня. Я раскрыл фундаментальный прикол Raw Black Metal только что. Ну, с помощью информации с канала Звукрука, но все же. Он и так, типа, тоже... Ну, блин, у него как будто чуть другое ощущение становится, если слушать его именно на новых устройствах. То есть я имею в виду на новых... на наушниках или на... аудиоустройствах, рассчитанных под новую музыку. Все равно что-то есть. Но, как я еще раз говорил, кто сидит на... Как его слышат вообще? Что имелось в виду? Тоже грязь, тоже нойзовость, да, она так и имелась в виду, но еще при этом, как будто, блин, вот таким, да, идиотским решением абсолютно, но все становится прям лучше в разы. Да, да, все ремастерят, все вот эти старые пердуны, все они, сука, делают ремастеры, которые на новых устройствах звучат в 1000 раз лучше. Ну, на, еще раз, на модерновых устройствах, я имею в виду. Там есть новое устройство, которое для старья. Звучит плохо на этих устройствах. На старых звучит... Ну, типа, оно для них делалось. Пожилые сантехники слушают Флойд на магнитофоне на, за 1 000 000 000 рублей в пустой квартире без обоев и отопления, все остальные неправы. Да, 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 да. Блять, это не в бровь, а просто в самое ебало прям. Абсолютно точно. Челы, которые слушают Raw Black, в чем-то на них похожи. Скажем так. Ну, конечно, это при этом клево. Меня прикалывает, типа, вот этот, короче, да, характер говнистости. Ну, типа, все, барабаны, они пропали там где-то. Вроде чуть-чуть еле-еле ощущается, но типа... Это прям лэка будет? Нет, не будет! Кто хочет человек, то и будет. Все-таки я за его денежки потом поем. За
не поем, походу, пока что. Поэтому, как бы, либо терпи, либо не терпи. Видишь, бласт не ощущается тоже как бласт. То есть опять, то вверх, то вниз. В США делают скорее низастое без верха. Raw Black. У нас получается скорее верхастая без низа. Наверное, кого какие частоты больше бесят? Уважаемо, уважаемо. Небесный Псков. Это леший корабль дураков, это да, да. Русский язык, господа, присутствует. Корабль дураков берет курс на Небесный Псков. То есть это еще и при этом челы с очень таким мрачным и крутым чувством юмора. Ну, оно и чувствуется и так, то есть, вот, типа, вот слушаешь. Даже там ты слов не разбираешь, но... Типа, Raw Black, он, это в общем и целом, его вообще можно воспринимать как рофл в целом. Хотя, как бы и нет. Ну, блин, ну, да, то есть, оно все так работает. Кто-то угорает, кто-то... Охренеть. Только в конце разобрал слова. Ну. Так и сделали, чтобы ты не разобрал. Еще тебе что сделать? Еще бы ты слова разбирал? Может, тебя обоссать лучше?